История Земли немало знает позорных черной записью страниц, но эта повесть ужас навевает жестокостью, не знающей границ. Святые руки многих врачевали, но ныне грубо связаны они. Смотрите, люди Бога бичевали, безумно, не нашедши в нем вины. Пилат, одевшись в правосудие тогу, сдержать не может ярости толпы. И чтобы дать угодное народу, пошел он на пролитие крови. Вараву, отпустивши на свободу, он Сына Божий бичевать предал на скорбную смертельную дорогу, жестоким воинам своим отдал. Христа одели тут же в багряницу, венец терновый с плечи на главу, и трость вложив в затекшую десницу, и кланялись насмешкой, как царю. Приветствуем тебя, царь иудейский, твоя корона явно тяжела. Зовут тебя пророком галилейским, но вот, кончина подошла твоя. И тут же тростью по голове хлестали, впивались иглы твердые в чело. Бестрепетно в лицо его плевали в пространство смехом, оглушая все. Истерзанный, отверженный врагами, Христос глумление от них сносил. Из ран, что разрывались бичами, он кровью землю тихо оросил. Весь полк солдат над ним тогда глумился, и, упиваясь яростью людской, народ Израиля с Пилатом слился, чтоб приговор свершился роковой. Натешившись, страданием насладившись, Христа в его одежду облекли, и приговор Пилата, прихвативший Иисуса, на распятие повели. Кругом несметное число народа. Кто плакал, кто-то злобно хохотал. А вот и судьи Синедриона их взор довольства явно отражал. В толпе видны растерянные лица. То были Иисусовы друзья. Надежда на Христа почти размыта. Со страхом ждут они его конца. Вблизи Христа и женщины стояли. Они из тех, кто шли за ним всегда. Смотря на все, они не понимали. И слезы застилали их глаза. Христос, взглянув, увидел их страдания и им сказал: «Не плачьте обо мне, вы встретите немало испытаний, рыдайте лучше о своей семье». Итак, свершилось злодеяние века. Иисуса на Голгофу повели. Чтоб видеть подвиг Бога-человека, пойдем и мы по этому пути. Аминь.